Всем привет, меня зовут Александр, мы находимся на моей пасеке. Сегодня прекрасный солнечный день, я думаю, что пчелки уже ждут не дождутся. Также для вас хочу сказать, что я открываю этот канал, всех, соответственно, жду. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Ну и давайте посмотрим, как будут летать пчелки. Итак, пока облетываются сильные семьи, которые вы видели только что, слабые семьи и отводки пока еще находятся в состоянии покоя, и они находятся в этом ряду. Как только будет тепло, как только наступит плюс 15 где-то, мы, соответственно, будем пересаживать в чистый улей сильные семьи и работать со слабыми семьями, то есть пересаживать в шестирамочные улья. И еще немного о планах на 2023 год. Помимо расширения пасеки, планирую строительство апидомика, который будет в конце ряда, вывод маток для собственного хозяйства и работа с медоносной базой. Но об этом вы узнаете в следующих выпусках. Всем пока-пока!